Здравствуйте, дорогие любители нашего канала. Вот, сегодня решила показаться лицом вам. Почему не накрашена? Честно, ребят, вообще нереально. В Сербии летом красится. Вообще все текет. Очень жарко. Поэтому я решила вот такая вот. Это не то, что я не уважаю своих зрителей. Естественная красота – это тоже красота. Станет попрохладнее, конечно, буду краситься. Вон даже в маечке приходится сидеть, в шортиках, в маечке по дому хожу. И на улицу выхожу только где-то после 7, после 8. Потому что вообще... У нас кондиционера нет, но все открыто, везде все открыто. Но все равно жарко. Я вообще не представляю, как они там в Белграде, в Новом Саде вообще выживают. Вот в Ужице, здесь город, здесь чуть попрохладнее. И то дышать нечем. А вот Белград, Новый Сад, там жуть. Но тема-то у нас сегодня что будет? Давно я вам не показывала, что мы так по магазинам ходили. Заходили в местный такой, знаете, магазин Лилу. Лилу, по-моему, называется. Я всегда неправильно произношу. То есть это, как, знаете, как наш Лореаль, как Ривгош, то есть там косметика продается, всякая элитная, не элитная, там даже и детское питание. Короче, все, что душе угодно. И потом зашли к нашим любимым китайцам. Я вам говорила, здесь один магазин вот китайский, там чисто все товары китайские, вещи все китайские, а второй магазин, он вроде тоже написан китайский, но я там умудрилась купить себе и турецкие, итальянские вещи, одежду, поэтому, как бы, я не знаю, я его тоже называю китайский магазин, но мне кажется, он какой-то такой совместный, хотя хозяева китайцы. И там очень много всяких... вещичек, я вам говорила, от трусов, там, я не знаю, до самокатов, ну, все что. И всякую мелочь можно на кухню купить. Вот сегодня я вам покажу, что это мы все-таки там приобрели. Ну и назову цены. Кстати, там по приличным ценам, достаточно минимальным, так сказать, можно взять очень хорошие вещи. Ну, я говорю, мы для кухни очень много взяли китайцев, и до сих пор это работает, это не сломалось, это там не потерлось, ну ничего, просто как хорошие, добротные вещи. Также все работает, поэтому я не вижу смысла переплачивать, покупать что-то брендовое, или там что-то итальянское, французское, там, я не знаю, испанское, только для того, чтобы выпендриться. Фух, нам и китайское сойдет. Так что давайте смотреть, что все-таки я приобрела. Начинаем обзорчик. Вот эти вот две штучки я купила в элитном этом магазинчике, в этой торговой сети, где все продается. Взяла себе вот такой вот дезодорантик, парфюмированный. Кстати, вы любите парфюмированные? Я понимаю, от пота они не сильно и помогают, но запах приятный. Такой очень сладкий, Лабель. Я же не посмотрела, что производство. Стоит всего лишь 109 динар. Ну, он такой вот небольшой, поэтому я его взяла. Я просто люблю менять запахи, я не люблю один и тот же. Поэтому беру небольшие флакончики, избрызгал, поменял на другой. И мне нужны были... Станочки женские. Вот, купила вот такой вот набор. Первый раз, кстати, вот эту фирму Wilkinson. Честно, первый раз буду пользоваться. Вот 3+1. Вроде масло алоэ добавлено. Еще не открывала, посмотрю. Напишите, кто пользовался. Вообще нормальная фирма. Ну, просто увидела, оно стоит 299,99. Короче, 300 динар. За 4 вот такие женские бритвы. Думаю, это как бы не так и дорого. Как вы мне скажете, напишите мне в комментариях. Я вам здесь, естественно, вот здесь где-нибудь. Сейчас в рублях переведу, сколько это в рублях стоит. Это вот такая вот у нас была покупочка в одном магазине.
И вот они, мои любимые китайцы. Переходим к китайцам. Вот такая вот лопаточка. Мне нужна была лопаточка, чтобы оладушки переворачивать. Вот смотрите, 200 динар стоит. Это мы у китайца взяли. Это сделано. Но это сделано в Китае. Я вам говорила, там не все. Там не вся продукция сделана в Китае. Бывает, Турция попадается и другие страны. Но основа, естественно, китайская. Ну, очень мне понравилось. Такая вот она прям мягенькая, силиконовая. У меня деревянные есть, но они, знаете, вот эта часть у них широкая. И блинчики я не могу нормально перевернуть. Они у меня то растекаются, то еще что-нибудь. Вот сейчас попробую вот этой штучкой. Даже не блинчики, а оладушки. У меня муж, серп, вообще подсел на оладушки. Ему теперь так нравится. Как бы простой йогурт беру. И на кефире делала местном, но у них йогурт, он такой, как наш кефир. То есть он не сладкий. Вот его беру и на нем делаю. Вот такая вот штучка. 200 динар. Ну, где-то 150 рублей. Я вам точную цену напишу. Вот они, наконец-то. Красотулечки мои. Прищепочки. Здесь в этом доме у нас есть терраса, то есть можно на улицу вывешивать вещи. Но они у нас постоянно улетают. Если ветерок какой-то, они у нас реально слетают. Но хорошо, что это частный дом, падает на территорию спокойно там. Или хозяин, или соседи поднимут, приносят нам. Как бы ничего страшного. Вот 12 штук, 12 ком. Это 12 штук стоит 50 динар всего лишь. Вот они простые. Какие они тут пластмассовые. Но мы, думаю, надо взять. Сейчас открою, посмотрю. Открываю я, конечно, не очень. О, хорошенькие. Ну, какие такие странные. Я, знаете, я привыкла... Кто помнит, в советское время у нас деревянные. По-моему, в России до сих пор деревянные продают. Мне почему-то деревянные больше привлекают, я не знаю. Что-то, мне кажется, вот пластмассовые какие-то ненадежные. Хотя у меня в России тоже пластмассовые были, но у меня дома я сушила. У меня дома, знаете, по-русски вот так вот веревка от одного угла в другой была натянута, и я дома сушила. Ну, вот такая вот у нас еще покупочка. 50 динар. Что это у нас в рублях? Ой, да в рублях что-то совсем все мало. Рублей 30-35. Ну, думаю, они и в России, да, так же стоят. Напишите мне в комментарии. Ну и последняя. Муж говорит, зачем? Я говорю, в смысле, как зачем? Да, как эта девушка может жить без сантиметровой ленты? Да, дорогие мои, ну вот мы как? Мы не можем. Нам постоянно что-то где-то надо измерять. Как мы? Как мы без этого? Да никак. Вот поэтому тоже, кстати, 50 динар. Ой, может даже вру. Подождите, подождите. Что вы тут видите? А, 50 динар видите. Вот такое вот, потому что постоянно что-то измерить надо, вещи или что-то, учитывая, что я сама меняюсь, постоянно что-то где-то растет. Вот такие вот у нас покупочки получились. До этого я вам рассказывала, а я в Инстаграме, кстати, показывала, в ТикТоке. Я вас оставлю ссылочку на мой Инстаграм, на мой ТикТок. Подписывайтесь, пожалуйста. Хотя нет, на Инстаграм там ссылка есть. Заходите на мой профиль и смотрите, там ссылочка и на Инстаграм, и на контакты. Везде, где есть, везде, пожалуйста, можете пройти, посмотреть. Как бы ничего однородно не скрываем. Вот так вот покажу еще, что у нас тут. Вот такие вот. Вот такие вот у нас покупочки получились. Давайте откроем. Хотя нет. Не будем пока.
Вот такой вот у нас небольшой обзор. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Будет еще много-много интересного. А я с вами прощаюсь. Пока-пока! Я вас всех люблю!